Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас на стадионе на Флотской, где через уже, наверное, несколько секунд, если назвать вещи своими именами, начнется игра второго тура чемпионата первого дивизиона. Очень интересный матч. Сейчас арбитр Станислав Макешин, главный рефери, ему помогает Игорь Елисеев, сразу представлю. Уберут только что доигравших футболистов Пресни с поля. Вот это и произошло. И стартовый свисток дан. Ну, Пресня скорее домучилась, потому что Интер выиграл у нее с счетом 16-1. Но это был высший дивизион. А сейчас мы с вами обращаемся к первой лиге, где нас ждет, на самом деле, очень интересное противостояние. Я сейчас не пытаюсь подогреть интригу, как-то накрутить то, чего нет. Речь, на самом деле, об очень интересном матче. Так, здесь у нас опасный эпизод, в штрафной бинго-бум, и футболисты Кристалла сейчас уверены абсолютно, что проморгал Станислав Макешин пенальти. Владимир Самойленко на газоне. Звук был действительно, но я не возьмусь оценить, насколько здесь правомощные претензии футболистов, правомерные претензии футболистов Кристалла, насколько прав арбитр. Просто потому что сам момент изначально не увидел, но там досталось, в общем-то, и футболисту бинго-бум в том эпизоде. Так, столкнулись они жестко с Самойленко. Ну и пока у нас пауза, Самойленко-то уже на ногах. Давайте я вам составы и представлю. Благо, позволяет сейчас это сделать команды. Итак, хозяева поля сегодня Кристалл. Ворота на ваших экранах справа. Форма, ну, бело-голубая на самом деле. И майки, и трусы, и белые гетры. Но поскольку в первой лиге не обязательно иметь идентичный низ у всех игроков между собой в команде, у Кристалла не все играют в клубной экипировке полной. Из тех, кто в стартовом составе, большая часть даже играют не в клубных шортах. Но это не так сейчас важно. Ворот защищает Иван Синица под... Он без номера указан, но будем считать, под первым номером играет Иван. В обороне два защитника. Слева Иван Чешев, номер 4. Справа Владислав Поляков, номер 9. В опорной зоне Ашотка Грымонян, номер 8. Над ним Радован Сриданович, номер 10. Человек, который может играть и бокс-ту-бокса, и чуть ли не второго опорника, и второго нападающего играть. Все по ситуации. Зависит от того, что происходит на поле. Один из самых ярких футболистов Кристалла, безусловно. По правой бровке Владимир Самойленко, которому досталось как раз чужой штрафной. У него 12 номер, по левой Дмитрий Берников. У него 97-й. Хотя я вот вижу, что на самом деле все наоборот. Самойленко слева, Берников справа. Это бывшие игроки МСК 800. И вот они так на флангах действуют. Ну и Леонид Соколов на 93-й номер в атаке. В общем-то, у Кристалла состав достаточно стабилен. Эта команда обновляется, как и другие, но в целом очень многие люди из этого состава 2 года назад играли в высшем дивизионе, из которого вылетели. А в прошлом году немножко не смогли выйти. Здесь шанс был у бинго-бум, но передача не прошла. В запасе у Кристалла Александр Лободин, 70 номер, Олег Орлов, 81, Александр Чешев, номер 7. Это все ветераны команды. Вот они были в высшем дивизионе. Иван Чешев, конечно же, Владислав Поляков, Ашот Гагарманян, Радован Сриданович, Леонид Соколов. Ну, по сути, два человека только из полевых, Самойленко и Бертников, в высшем дивизионе не играли за Кристалл. А что касается бинго-бум, то это амбициозный новичок. Ну, с Кристаллом понятно, команда ставит перед собой задачу повыситься в классе, выйти в вышку. Кристаллу это вполне по силам. И в первом туре была Фортуна обыграна со счетом 7-1. Собственно, поэтому Кристалл сразу же турнирную таблицу и возглавил. А вот бинго-бум в первом туре проиграл. Это команда выходец из второго дивизиона. Там очень уверенно выиграла чемпионат. Вообще смотрелось достаточно ярко по сезону. Ну, а проиграла она в очень напряженной игре Бурану со счетом 2-3. И, наверное, проиграть Бурану нынешнему это не зазорно. И это не значит, что бинго-бум не будет решать задачи. Бинго-бум
вполне по силам бороться за высший дивизион. По крайней мере, уж крови-то всем эта команда попьет. Это сейчас нет еще ее капитана и лидера Абдурахмана Магомед Абдулхаликова, который здесь момент у Шамсудинова, мимо ворот удар, который, конечно же, добавил бы уровня игры своей команде абсолютно точно. А состав сегодня у Бинго-Бум такой. Амарасхап Алиев в воротах, 16 номер. Невысокий голкипер, но это не мешает ему периодически попадать в символические сборные. Так было в второй лиге, вполне возможно, так будет и в первом дивизионе. По более такой классической, уже не буду говорить стандартной, потому что многие 2-4-1 играют, как сегодня Кристалл. Ну а по стандартной схеме изначально, по классической схеме, все правильно, изначальной, в ЛФЛ, в футболе 8 на 8, 3-3-1 действует Бинго-Бум. Справа налево в обороне Фатулла Гусейн, номер 10, это вот немножко неожиданно. Ибрагим Абдурахманов, номер 5, и Артур Гаджимурадов, номер 22. В опорной зоне по 23 номерам Вахтанг Азманов. Ну вот это неожиданно, что Азманов в опорной зоне, а Гусейн справа в обороне. Вообще Азманов как защитник нам известен по второму дивизиону. И очень хороший защитник, как Гусейн. Это полузащитник, который тоже очень много пользы приносит. Но, во-первых, я видел, что у Вахтанга Азманова какие-то проблемы со спиной были. Такие еще фразы были. Хочется поиграть в футбол. Я вот сначала не понял, что он имеет в виду. Сможет ли он вообще выйти? Шел ли разговор, а может быть, ему хотелось именно в центре поля поиграть, но вполне возможно, что по ходу игры Фатулла Гусейн и Вахтанг Азманов позициями поменяются. Об этом мне сообщил капитан команды сегодня Марат Нурмагомедов, у него 7 номер. И вообще, сейчас вижу, что именно он в центре действует, а Азманов справа, хотя в стартовой расстановке Нурмагомедов сам справа отмечен. Слева играет под 8 номером Тимур Забисов, и под 9 Ахмед Шамсудинов играет на острие атаки у Бинго-Бум. Сейчас помогу я нашему резервному арбитру, изменю на табло название команд, которые сегодня играют. Там до сих пор Интерпресня значится, хотя тут, конечно, так счет 16-1 быть не может. Но вот изменил я название. Такой забавный нюанс. В новой версии табло. Ну, только 6 букв можно нанести на табло. И у нас вот так вот команда Кристалл из Минерала превратилась в марку шампанского. Штатное Л. А здесь Ахмед Шамсудинов мимо синицы мяч прокидывает. И на 8-й минуте открывает счет. Не успела даже запасных еще представить у Бинго-Бум, не успел представиться сам. А сейчас я это, конечно же, сделаю. Как-то очень легко уж Шамсудинова пропустили. И в первую очередь очень легко его пропустил Иван Синица. В запасе Гарник Тавмасян по 21 номерам. И Сабир Магомедов по 13-м. Это защитники. Ну и под 15-м Алик Мамаджанян. Это полузащитник. Ну вот, несмотря на то, что у Бинго-Бум 0 очков, а у Кристалла 3, и после победы счетом 7-1, видите, какое начало. Оно нам еще раз демонстрирует, что Бинго-Бум вполне себе может побороться в этом сезоне за выход в высший дивизион. Тимур Забисов на дриблинге, это его сильная сторона. И здесь Владимир Самойленко вынужден дорабатывать, чистить. Ну, собственно, это обязанность игрока, который по всей бровке играет латераля, так называемого. А здесь уже Синица мяч задевает, будет угловой. Комментатор ваш Александр Седов, Василий Афонин, как всегда, для вас снимает, и благодаря нему вы видите картинку. Арбитров я представлял, еще раз скажу, Станислав Макешин в поле работает, Игорь Елисеев резервный рефери. Вот такие у нас протоколы, угловой сейчас будет подавать, а это не угловой, даже там ваут мяч ушел из-за боковой броса. Вот Вахтанг Газманов бьет, рикошет, и, по-моему, Синица там не контролировал. Очень опасно, да, я вот сказал, что будем под первым номером считать, что играет Синица, а на самом деле увидел сейчас, что на спине у него номер 92. Ну и будем правильно именовать номер, который у него на футболке, называть это число. Вот под 92 номером Синица играет, вот теперь точно угловой. И опять Иван не очень уверенно действует, но на выходе ему тяжело, роста не хватает. И здесь Ахмед Шамсудинов, по сути, был перед пустыми воротами, но ему было высоковато.
Кристалл начал достаточно неплохо, активно, но вот сейчас, когда пропустил, как-то сникли подопечные Максима Горбачева. Пока он не вносит каких-то корректив в игру, ну, собственно, еще даже 10 минут не отыграли. Кристалл очень опытная команда, давным-давно выступающая в Северной лиге, игравшая и во второй лиге, и в первой, и в высшем дивизионе, и снова в первом, и снова в высшем, и сейчас опять в первом. Команда, которая обладает определенным уровнем, ниже которого она не опускается. Да, бывает, что от нее ждут большего, в принципе, чем она показывает, но все равно марку она свою держит. Да, эта марка где-то между высшей лигой и первой находится, но не так-то много настолько стабильных команд на севере. И Кристалл — это команда узнаваемая со своим стилем игры. Вот этот неизменный комбинационный футбол. Видите, как сейчас пропустили. Эрдоган Среданович пропустил мяч на шотка Громоян. Это Громоян, футболист-самоучка, никогда не занимался в футбольных школах, но, конечно, играет он просто блестяще. Мастер. Вот сейчас как Громоян на Самойлова. Самойленко, конечно, прошу прощения. Подача такая в створ ворота нашла, и Амарсхап Алиев так смахнул мяч просто куда-то в сторону. Если Кристалл сохранил свой состав, то Бинго-Бум укрепился в межсезонье, причем за счет других представителей южных республик российских продолжает в этом плане быть в селекции команды Абдурахмана Магомеда Абдулхаликова последовательной, но надо сказать, что сливки сняли, потому что Ахмед Шамсуддинов, который сейчас играет на острие атаки, был одним из ключевых футболистов Сходни во второй лиге. Он играл там и в опорной зоне, и последнего защитника, и ближе к атаке. Но очень много пользы приносил, и штрафные исполнял, и пенальти бил. Хоть и не всегда удачно, но в большинстве случаев, кстати, удачно. А Сабир Магомедов, который появится сегодня на поле, наверняка, вот сейчас замена произошла, но это не Магомедов вышел, это Алик Мамаджанян. Кого он там заменил? Заменил Марата Нурмагомедова. Мамаджанян вышел на фланг. Я смотрю, Вахтан Казманов уже... Нет, он остается в полузащите. Это Гусейн просто так вот выдвинулся. Фатула Гусейн по прозвищу Федя. Так его все называют, Бинго-Бум. Но это как в легионе Папин Казарян по прозвищу Петя. Примерно из той же оперы. Чешев. Еще один Чешев. Да, у Кристалла тоже произошли замены. Братья-близнецы, но их узнать можно по низу экипировки. Если Александр, который вышел на замену, например, нападающего, если Леонида Соколова только что, кстати, действует в полностью игровом комплекте, кристаллы синие, ну, бело-голубые трусы, белые гетры, то у его брата трусы какие-то черные, гетры темно-синие, могут себе позволить. Кристалл опять потихонечку начинает инициативу к своим рукам прибирать, но учитывая, как забил Бинго-Бум и как там баражирует Ахмед Шамсуддинов на острие атаки, можно сказать, что такая тактика на руку фиолетово-красным. А вот Александр Чешев, и мяч по перекладине. По перекладине чиркнул после его удара, сместился он в лучших традициях просто Криштиану Роналду, если уж под седьмым номером Чешев играет. С левого фланга в центр, пробил с правой ноги. Мяч перекладину чиркнул, но в створ не попал. Так вот, Сабир Магомедов, который еще пока не появлялся на поле, это футболист, который очень долго выступал в составе Яузы. Был одним из ее лидеров. Я уже долгое время играл во втором дивизионе. Бывало, что вылетало в третий, но затем по ходу сезона возвращалась, благодаря тому, что кто-то снимался. Но вот в прошлом сезоне вылетела Яуза, уступила в решающей игре ядреному вождю в стыковом матче. И Сабир Магомедов, видимо, принял решение перебраться в команду, который выступает на более высоком уровне, так, штрафной. Здесь Тимур Дзебисов свалил сзади на Берникова и получает желтую карточку. В фирменном стиле сразу несколько футболистов
Бинго-бум, спорят, за что дал желтую карточку Станислав Макешин. На его месте я бы сейчас ответил за нарушение правил. Ну, просто, честно говоря, спорить глупо. Да, грубости не было, но фол очевиднейший в данном эпизоде. И совершенно ясно было, что атака сорвана. Сзади по ногам зацепил соперника Дзебисов. И штрафной для Радована Средановича. А может быть, передача на Чешева или на Гарманяна, но там Гарманян блокирует. Среданович бьет сам, а Алиев не видел. Мяч из-за стенки, где было 4 человека, и из-за Вахтанга Азманова, который между стенкой и голкипером находился, вылетел. Но в последний момент там раскоп Алиев сумел поднять руки и выстрел отразил. Ну, было опасно. Если бы чуть-чуть точнее, под штангу бы закрутил мяч Среданович, было бы тяжело. А сейчас фирменный кристалловский розыгрыш. Берников, видите, уже адаптировался к нему. Делал передачу с углового. Был пропущен мяч. Уже я пропустил кем из партнеров. И Ашот Гарманян бил по воротам. Никем не прикрытый. Но не попал в створ. Сразу же у Бинго-бум друг другу вопросы возникли у футболистов. Что не так? Объявил перерыв на водопой Станислав Макешин. Очень жарко и душно в Москве, что самое главное. И футболистам тяжело, да и я скажу, в комментаторской кабине пекло приличное. И вот так вот наш рабочий ноутбук смотришь, а тут наклейка Анже Копитара, капитана Лос-Анджелес Кингс, и так хочется действительно льда. Но льда нет, есть солнце, но с другой стороны, так долго не было лета в Москве в этом году, что жаловаться грех, пожалуй. Возобновляется игра, минута будет добавлена. Первому тайму, может быть, и больше, но не будет точно добавлено меньше, потому что водопой это время, которое команды должны были бы играть, и они должны доиграть этот отрезок. По одной замене так команды и сделали, больше пока не было. Ни Товмасян, ни Магомедов у Бинго-бум еще не выходили. У Кристалла не появлялись ни Орлов, ни Лободин. Хотя вот я вижу, что все-таки появился как раз Олег Орлов под 81 номером в центре, а Ашот Гарманян как раз после чего удара пауза на ДБ случилась на скамейке запасных. И Лободин здесь, ох, пяткой пытается Александр Чешев, но надо определиться, либо как Криштиану, либо как Ибрагимович, все вместе не получится. Не попал Чешев сейчас пяткой по мячу, момент был хороший. Так, а Лободин у нас заменил Самойленко. Берников переместился на левый край, на котором он был заявлен изначально Максимом Горбачевым в стартовой расстановке. А покинул, да, Владимир Самойленко поле, а сейчас отдохнет, и потом, наверное, Берников уже поменяет. Сейчас Берников стреляет в штрафную, Александр Чешев не сумел подставить ногу. И МРСХП Алиев мяч снова забрал. Ищет он, кому отдать, играет через Гусейна. Тот назад, Ибрагим Абдурахманов. У него... Ну, у нас отмечен был 5-й номер, но вообще и в протоколе, и просто на футболке у него 0-5 номер, уж не знаю, что он этим хотел сказать. А здесь желтая карточка. Желтая ли? А вот сейчас вопрос. Ахмед Шамсудинов убежал бы 1-1, но догнал бы он мяч. Вот. Это вопрос. И здесь, конечно, недовольные опять футболисты Бинго-бум. С одной стороны, их можно понять, с другой стороны, я понимаю, почему Владислав Поляков здесь не удален. Уже об этом сказал. Мяч был не на ноге еще Ахмеда Шамсудинова. Не факт, что он бы мяч здесь догнал. Если бы мяч был у него на ноге, безусловный фол последней надежды, безусловная красная карточка. Сейчас, видимо, то же самое Игорь Елисеев забровкой объясняет Марату Нурмагомедову. Максим Горбачев подключился и, по-моему, юмором там скрасил напряжение. Кто будет бить штрафной? Фатулла Гусейн. Это высоковато даже для ворот... В большом футболе, чего же говорить об Уфеловских, где ворота на Флотской одни из самых больших, допустимых по размеру, но при этом мяч прилично перелетел через перекладину. Начались разговоры на поле нескончаемые, и я думаю, что команды вполне могут действительно до конца матча так и проговорить, но и играть они... Тоже будут, здесь Шамсудинов мяч догоняет, но оставляет его, по сути, Ивану Чешеву. Тот через брата играет, Александр, прием,
слишком нарочито спокойно играл Александр Чешев, и там его накрывали, и уже пас последовал просто на Тимура Дзебисова. Но здесь не опасная атака и у Бинго-Бум. Надо выбить мяч, кому-то плохо. Что случилось? Не видно нам. Где-то это в углу площадки происходит. Так, здесь устное предупреждение Фатулия Гусейна. Фатула Гусейна — человек, который был пожизненно дисквалифицирован в ЛФЛ. Там с мячом, по-моему, проблемы. А, ну, спорный мяч, да, чтобы устное предупреждение сделать, остановил игру Макешин, я так понимаю. А или нет? Нет, на Махмеда Шамсудинова. Больно, и вышел Марат Нурмагомедов вместо него. Вот, по крайней мере, из-за чего была остановка, мы разобрались. Да, Фатула Гусейн играл в команде «Чемпион», где, например, играл Сергей Трушляков, который сейчас в APC вышке за APC играет. И другие известные на сервере футболисты, Вячеслав Рубцов, например, и так далее. Так вот, ударил арбитра Михаила Соколов Фатула Гусейн. Вот так, хорошенько ударил, надо сказать, потому что моя команда играла после. И видел я лицо арбитра. В Фатула Гусейн был пожизненно дисквалифицирован. Не только он, еще несколько человек. Чемпион был снят. Но со временем, через, наверное, года 4, подал апелляцию Гусейн, вернее, прошение о том, чтобы его амнистировали. Действительно, был он допущен, и с тех пор ни в каких эпизодах он не был замечен. Напряженных. Более того, вот потому что я видел по Бинго-Буму, там, где другие нагнетают, обычно он, наоборот, ну, не то чтобы гасит, но молчит так. Здесь Олег Орлов подстрелил буквально соперника, в лицо, по-моему, попал удар 81 номер со штрафного, а Олега Орлова удар очень мощный. Дай бог памяти, спартаковский или динамовский воспитанник Олег Орлов, сейчас, глядя на него, так и не скажешь, но, на самом деле, совсем недавно он закончил школу, года 3 назад, наверное, футбольную. Ну и еще в МСК 800 он ярко играл, только он раньше, чем те же Берников, Самойленко из МСК 800 ушли. Перешел в Кристалл, собственно, он, когда переходил, еще никакого Берникова, никакого Самойленко там не было в МСК 800. Здесь Иван Чешев плохую передачу Александру сделал, так можно и ногу потянуть, если плохо размяться. Ну и, собственно, все в порядке с Тимуром Дзебисовым. Невысок темп, но а кто по такой погоде вообще потребует высокого темпа от футболистов? Действительно, им тяжело, потому что они бегают, теряют воду. Очень жарко. А здесь опять в касание Александр Чешев. В принципе, тонко сыграл правильно, но не совсем удачно исполнил. Фола нет! Хотя лежит Ибрагим Абдурахманов, и здесь практически чудом спасается Бинго-Бум. И я, кстати, согласен с тем, что Кристалл не стал останавливаться, потому что останавливать должен игру судья. Если он считает, что повреждение у соперника такое, из-за которого игру надо останавливать, пожалуйста, действительно, он дает свисток, и игра останавливается. А Кристалл совершенно не обязан был какой-то фейерплей устраивать, потому что вот это само по себе хорошее понятие, фэйрплей, вот этот посыл честной игры, он в большом футболе превратился, честно говоря, немножко в фарс, напоминает это все, когда останавливают атаку по каким-то, бывает, надуманным поводам даже команды, а потом та команда, ради которой остановили, возвращает мяч куда-то к вратарю или в аут. Ну и какая-то не совсем честная игра получается, на мой взгляд. А так есть арбитр, он решает. И здесь был шанс у Кристалла очень хороший. Но Фатула Гусейн встал на пути мяча. А от его ноги снаряд отскочил уже лежавшему, но не переставшему бороться, Амарасхабу Алиеву. 7 минут остается до конца первого тайма. Я беру ту добавленную минуту, который должен Станислав Макешин компенсировать командам. Ну, потенциально добавленную, потому что еще о ней никто не объявлял. Может быть, и будет больше времени, но не знаю. В принципе, с одной стороны, остановки были, с другой, назвать их какими-то...
затратными с точки зрения времени потраченного я не могу. Кристалл вынужден назад отыгрываться на Синицу. По владению мячом большое преимущество Кристалл. Но видите, вот такие ошибки. И бил, по-моему, сейчас Артур Гаджимурадов, который после выхода Алика Мамаджаняна перешел в полузащиту. А Мамаджанян, несмотря на то, что как полузащитник заявлен на фланг обороны, пошел играть такой фактурный левый защитник, чтобы никто, не дай бог, не прошел. Вахтанг Газманов, длинная передача потенциально на Марата Нурмагомедова, фактически в руки Ивана Синицы. Тут на Лободина играет. Вообще Лободин футболист, который всегда очень энергичный стиль игры проповедует. Но даже он сегодня никуда не спешит. Это показатель о том, показатель того, как жарко футболистам. Как Гарманян, Орлов. Направо Поляков, Каграманян, все в касании. Видите, сразу дошли до чужой штрафной. Поляков, а обратно Лободину. Вот тот со Шведы вырезает на дальнюю штангу. Там Самойленко и Соколов, вернувшиеся на поле. Сейчас Александр Чешев покинул газон. Радован Сриданович покинул газон. И Берников за пределами поля. Остальные все играют у Кристалла. У Бинго Бум. Ахмед Шамсудинов вообще ушел. А нет, он уже около арбитра. У резервного сейчас будет замена. Марата Нурмагомедова поменяет или кого? Да, Марата Нурмагомедова. Сабир Магомедов также на скамейке. А Гарник Тавмасян отжимался только что. Это вот такая разминка. И сейчас пальцы разминает. Хочется сказать, что вид спорта. Перепутал Гарника, но каждый разминается, как учили. Просто мы сможем сделать вывод о том, школу какого вида спорта Гарник Тавмасян прошел. Шамсудинов зацепился за мяч. Передача не лучшим образом была сделана. Уже надо назад бежать. А тут Олег Орлов отрезает почти всю команду соперников одной передачи. Но дорабатывает Алик Мамаджанян. Выбивает мяч у Леонида Соколова за пределы поля. И Лободин будет исполнять угловой удар. Подача. Вахтанг Газманов играет головой, а здесь вынужден Поляков чистить в подкате. И фалить ему нельзя было, потому что здесь даже если желтую карточку даст Станислав Макешин, для Полякова она стала бы второй. Владислав это понимал, но в подкате сыграл идеально. Еще замены. Двойная замена. Покинул поле Вахтанг Газманов. И Артур Гаджимурадов покинул поле. Гарник Тавмасян вышел на газон. Вот Мамаджанян переместился на левую полузащиту. Тавмасян в защите. Здесь момент может быть. Сабир Магомедов, который также вышел на поле, убрал, сразу пробил. А вот Мамаджанян, его удар, это уже неудачно. И Ибрагим Абдурахманов, кстати, по прозвищу Ибра, он еще когда за Трувер играл, это прозвище получил. Ибрагим Абдурахманов сейчас, среди прочего, поинтересовался, питался ли Сабир Магомедов сегодня, потому что именно он, по мнению центрального защитника, должен был забивать. Но, собственно, Ибрагим Абдурахманов знает толк в голах. Он не только в центре обороны играл, он и в нападении играл в Трувере, например. Так что здесь... Ну и играл он удачно, и успешно. Вообще футболист универсальный, на все ноги от скуки. Ну и сейчас подсказывает он своим полузащитникам, что нужно в обороне больше поддержки. Кристалл не включает дополнительных оборотов. Я думаю, что ближе к концу матча включит обязательно. Но уже и так есть у Бинго Бум трудности, потому что слишком прижимается команда при обороне своих ворот. Видите, удар Каграманяна, ну да, сейчас не попал. И вроде бы далеко мяч пролетел. Но когда Каграманян попадет, мало не покажется. А попасть Каграманян, поверьте, может. Алик Мамаджанян поработал свой отрезок, устал. Вернулся Артур Гаджимурадов в игру. Гарник Тавмасян остается слева в защите. В полузащите Артур Гаджимурадов. Хорош,
И Ибрагим Абдурахманов сейчас с командой говорит о прессинге. И вот накрыли сейчас, и потеря у Кристалла. А здесь удары, и мяч в руки Синицы приходит. Одна из последних атак в первом тайме, но вряд ли последняя, потому что пока только 30-я минута идет. Лободин ищет предложения. В общем-то, их не очень много. Ну, Орлов был свободен, и он и получил мяч. Иван Чешев поработал с мячом, сохранил. Здесь передача в больницу Полякову. Причем в больницу не в том плане, что под борьбу с соперником Поляков попадает, а в том плане, что вот тянувшись за мячом, он мог травму получить, либо там потянув мышцу, либо ударившийся бордюр, который там не так далеко от боковой линии на Флотской находится. Ошибки к концу тайма, но это можно понять. Сил немного, что одних, что у других. Очень много сил игра требует. Показал Станислав Макешин, что одну минуту он добавил. Ну, уже из нее секунд 20-30 позади. Ну, видите, сколько ошибок в передачах. Сейчас нужно, наверное, риск к минимуму свести. А в итоге, видите, уже Шамсудинов момент. Но, правда, исправляет это сам Владимир Самойленко, который изначально в передаче ошибся. Ну и на этом перерыв у нас 1-0. Бенгабум ведет матч с Кристаллом. Ну и после небольшой паузы мы продолжим наш репортаж. Несмотря на то, что первый тайм был энергозатратным, перерыв был небольшой между таймами. Итак, на стадионе на Флотской была задержка, из-за которой точно следующий матч не начнется по расписанию. Сейчас 16:20, а игра смены, не скажу сейчас с кем, видел просто, что футболисты смены подходят, 16:40 назначена, ну, это первый дивизион. И в любом случае Станислав Макешин максимально задержку сокращает. И второй тайм не начинается только потому, что завязывает шнурки кто-то из футболистов. Бинго-бум. Это Ибрагим Абдурахманов. Без него нельзя начинать. Как-то бежит немножко прихрамово Ибрагим, но мне кажется, что все-таки это такой больше стиль бега, нежели проблемы в организме. Давайте к составам на второй тайм. Каких команды вышли? Иван Синица в воротах Кристалла. В обороне по-прежнему Владислав Поляков и Иван Чешев. 9-4 номера. Правый центральный, левый центральный защитник. Они действуют без замен. По правой бровке играет по всей Владимир Самойленко, 12 номер. По левой Дмитрий Берников, номер 97. В центре пару хавбеков составляют Ашот Гаграманян, номер 8. Опорный полузащитник и плеймейкер, трек-квартиста, энганче, может быть, можно и так назвать, 10 номер Радован Сриданович. На острие атаки 93 номер Леонид Соколов, состав стартовый у МСК 800. У Бинго-бум Марасхапалиев, номер 16 в воротах, в обороне справа налево. Сейчас следующая расстановка. Вот случилось то, чего мы ждали. Вахтан Казманов перешел на правый фланг обороны. У него 23 номер. Ибрагим Абдурахманов под пятым номером играет в центре, слева начинает Гарник Товмасян, который заканчивал первый тайм на этой позиции. У него 21 номер. В центре поля сейчас действует Фатулла Гусейн, 10 номер. Справа Марат Нурмагомедов, номер 7. Нет, даже я все-таки не прав был. Сабир Магомедов действует справа в защите, 13 номер. А Вахтан Казманов был там по ситуации. Вахтан Казманов играет в центре полузащиты. У него 23 номер. И под 10 номер Фатулла Гусейн слева играет. А Ахмед Шамсудинов, девятка. Девятка. Это Ахмед Шамсудинов. Ну, в ЛФЛ, наверное, я назову семерка, потому что, когда бывает, что команды играют без нападающего, ярко выраженного, ох, Гаграманян хорош, но и Шамсудинов молодец. И получается, что Гаграманян спижонил, и момент, Шамсудинов бьет в ближний угол, попал бы, и привет. Ну и возвращается Ахмед, пожевывая жвачку, на свою половину поля. Кристалл сейчас, выражаясь по-футбольному, отскочил. Так вот, называю я, когда играют без ярковыраженного нападающего, ложной семеркой схему. Здесь момент у Кристалла и Соколов со Сридановичем, но это классика. Сколько голов тандем Соколов-Сриданович организовал еще в высшем дивизионе, а уж в первом и не сосчитать, пожалуй. Ну и Леонид Соколов, такой форвард,
вроде бы не самый такой яркий, не самый быстрый, не самый мощный, не самый техничный. Удар у него не самый мощный. Выглядит он так уже, как будто он подустал немножко. На самом деле очень молодой футболист. Так вот, вот Леонид Соколов в очередной свой гол забивает. Фантастическим голевым чутьем он обладает. Ну, а Сриданович это мастер, мастер паса. Он и пробить, конечно, может, но... Вот такие передачи, это его. Сейчас Сриданович недоволен качеством открываний своих партнеров, поэтому он налево Полякова играет, активно ходит один из двух центральных защитников у Кристалла в атаку. Смотрите, Поляков в чужой штрафной, бьет здесь Владимир Самойленко, которому мяч отскакивает. А и бинго-бум, видите, под давлением сейчас не очень хорошо смотрится, прижимается. Ну и смотрите, в первом тайме был момент, когда близко было к назначению пенальти, но Станислав Макешин не увидел. У ворот бинго-бум нарушение. И потом забил Ахмед Шамсудинов. А сейчас Ахмед Шамсудинов не забил. И забил потом Леонид Соколов. Но Ахмед Шамсудинов забивает сейчас. С передачи Фатулы Гусейна. И смотрите, снова бинго-бум забивает в контратаке. Минуту продержалось у нас равенство на табло. Ну, чуть больше, но не намного. Ну и вот не сказать, да, что бинго-бум лучше смотрится, чем Кристалл, но бинго-бум впереди. Сабир Магомедов набирает ход. В Яузе он все-таки чаще в полузащите играл, хотя в защите тоже, но... Чаще все-таки как центральный полузащитник он действовал. Здесь, наверное, выше конкуренция. И поэтому здесь сложнее Сабир Магомедов в центре иметь место. Но зато из края смотрится нормально. А здесь тонко Фатулла Гусейн сыграл. Принял мяч и так высматривал своих партнеров. Шамсудинова и Нурмагомедова. А потом, не глядя, пробил в ближний угол. Никто этого удара не ждал. Но в штангу попал Фатулла Гусейн. Устное предупреждение Алику Мамаджанену от Станислава Макешина. Ну и по такой игре, хотя солнышко сейчас ушло, но все-таки, если забьет третий гол бинго-бум, то для Кристалла ситуация станет почти критичной. Слишком тяжело отыгрываться. Хотя визуально все три гола были очень легко забиты соперниками. Азманов в центр, но там до Нурмагомедова мяч не доходит. Поляков. С Берником обыгрался, несмотря на прессинг сзади Гусейнова и спереди Азманова, нашел Самойленко. Тот реагирует передачей на открывание Леонида Соколова, получает мяч обратно. Раскачивает Гарник это в Масяна. Обыгрывает его и получает по ноге. Ну, здесь Гарник Тавмасян правильно сыграл, потому что уже он проигрывал позицию. Его обыграли один в один, и надо было, конечно, фалить здесь. Он сфалился и... Хоть и штрафной, но это лучше, чем если бы сейчас по лицевой пошел бы срезать угол к воротам Леонид Соколов. О, прошу прощения, партнер его, это Владимир Самойленко. К Грманяну мяча. Сильный прострел, не получается удар у... Берникова, но цепляется за мяч Соколов, и Ахмед Шамсудинов у него из-под ноги в аут убивает. Кристалл опять давит. Вот давил, Кристалл назревал, гол ворота бинго-бум назрел, и тут же Кристалл пропустил еще. Один, и снова должен отыгрываться и давить. А бинго-бум в своей стихии на контратаках, Азманов умная передача, но как у Залуиша не удалось ее выполнить сейчас с тульским Арсеналом. Там он на Александра Самедова совершенно сумасшедший пас вырезал низом. Вот что-то похожее, только не слева, а справа шел. Футболисты бинго-бум. Вахтанг Азманов. Но пас прервали, прочитали и прервали. Поляков там был на чеку. Грманян воздух, ну не то чтобы выигрывает, он просто играет в воздухе, потому что рядом никого не было.
Гусейн Шамсудинова дает еще момент. Шамсудинов тонко играет направо. Артур Гаджимурадов, можно бить. Помешали друг другу Артур Гаджимурадов и Фатулла Гусейн. И сейчас Артур Гаджимурадов выступил в роли Арно Аланаре. А Фатулла Гусейн, даром, что у него 10-й номер, выступает в роли Алана Дзагоева. Станислав Макешин предлагает прекратить выбивать мяч после свистка Вахтангу Азманову. А то последуют санкции. Кристалл в атаке. Ну, на самом деле, сейчас сказать, что гол назревает в чьи-то ворота, я не могу в чьи-то конкретные. Но то, что гол в принципе назревает в этом матче, пожалуй, что да. И я вот думаю, что еще взятие ворот мы увидим. Может быть, даже не одно. Но вот считайте это за прогноз. Еще на 2-1 матч не закончится. Потом можете, если что, мне сказать, что вот комментатор матча не разбирается в футболе, когда команда доиграет оставшиеся 20 с лишним минут без взятия ворот. Лободин пропускает мяч, чтобы, не дай бог, его самому в аут не срезать при обработке. Это вот опыт, опять же, правильное решение. Отыгрываться нужно Кристаллу, но скажу в очередной раз в эфире свое любимое, одно из своих любимых латинских изречений, Фестина Лента, торопись медленно. В русском языке эквивалент менее, наверное, звучный. Спешка нужна при охоте на блох. Зато, как всегда, у нас совершенно предметная поговорка. Хаграманян снова пропускает. Среданович убирает. Надо забивать Радовану. Что он переборщил? Почувствовал себя Златным Ибрагимовичем, по-моему. Радован хотел, как тот в свое время за Аякс, самый его красивый гол за Аякс. Я даже вот не помню, с кем Аякс играл, но это и не важно. Если вы видели, то вы знаете, о чем речь на самом деле сейчас идет. И хотел там Радован убрать всех на каком-то невообразимом количестве замахов. Зачем? Зачем уже можно было бить? Лучший враг хорошего. Радован вот сейчас немножко переиграл в этом эпизоде. А здесь домашняя заготовка и штрафной. Штрафной, я хотел поинтересоваться, что же там будет, штрафной или пенальти, но сразу стало понятно, что Макешин не 10-метровый, значит, это штрафной удар, но и Радован Среданович сразу взял мяч и пошел его ставить на точку для штрафного. Но это практически на линии, то есть, ну вот, там, 3 сантиметра ближе и был бы пенальти, потому что линия является частью штрафной площади в футболе. Но штрафной сам по себе опасный, и Среданович, и Каграманян отсюда могут попасть. А есть там еще Берников под передачу. Среданович бьет очень неудачно. Но на штрафные закладываться нельзя, не могут они всегда залетать. А Бинго-бум делает замену. Фатулла Гусейн поработал. Теперь поработает Тимур Дзебисов. Марат Нурмагомедов поработал. Теперь поработает кто? Ну, я вижу, Алик Мамаджанян на поле. Он в защите, а Артур Гаджимурадов в полузащите. Причем, если в первом тайме на левый фланг выходил Мамаджанян и на левом фланге действовал Артур Гаджимурадов, то сейчас они оба на правом фланге как были на дальней от нас бровке, так и остались. Может быть, далеко идти на вот эту бровку? И так удобнее около скамеек запасных играть. Но вот такие перестроения у Бинго-бум тактические. Напомню, что в прошлом году Бинго-бум выступал в группе Б 2-го дивизиона. И выиграл ее, в общем, достаточно уверенно. Команда Абдурахмана Магомеда Абдулхаликова победила. 90 очков набрала, но на финише сезона уже позволила себе некоторую расслабленность. И все равно на 8 баллов Эдита она обошла Долгопрудинскую. А КВН, который попал в такой турнир, на 14 очков был превзойден. Но вот Онега, видите, которая на 19 очков отстала, вышла через стыки. Она начала с победы сезон в первом дивизионе, а Бинго-бум с поражения. Хотя само по себе это еще ни о чем не говорит. Ну и если говорить о бомбардирах прошлогодних, то в прошлом сезоне
Абдурахман Магомед Абдулхаликов забил 47 мячей. Конечно, его не хватает, потому что у ближайшего преследователя Фатулы Гусейна было 36. А дальше уже Вахтанг Газманов 18, Нурмагомедов 14 и Дмитрий Лупашко, которого вообще сегодня нет, у него 12. И, кстати, нету и Жасурбека Шеймарданова, у которого 7 голов было, и Сергея Бурлакова, у которого было 6 мячей, и Руслана Багудинова, и Антона Нетужилкина, они по 4 забили. Но есть кому играть. У Бинго Бум в том году они... Эта команда в Кубке Северной Лиги добралась до стадии 1-16 финала, когда подключается высший дивизион, и уступила Штурму там со счетом 0-5. А в Кубке Первого дивизиона сразу же Бинго Бум проиграл 4 декабря Аэрофлоту со счетом 7-2. Вот играя команды ближе к финишу сезона, думаю, результат был бы, возможно, даже по счету противоположным, потому что Аэрофлот в конце еле доживал свой век, а... Бинго Бум в целом играл очень достойно. Что касается Кристалла, то, конечно, прошлый сезон оставил неприятное послевкусие у Максима Горбачева и его подопечных. Команда заняла третье место в чемпионате первого дивизиона на финише, обойдя МСК Европа. Но стыковой турнир начался с поражения от Пресни. Я сам матч не видел, хотел сегодня поинтересоваться и поинтересовался у Максима Горбачева. Можешь объяснить, что произошло, как вы Пресни проиграли? На что он сказал, не могу объяснить, меня не было на игре. Ну вот само по себе тоже объяснение, наверное, да? Кристалл начинает этот сезон с победы над Фортуной со счетом 7-1. Остается одним из главных фаворитов сезона. И будет одним из лидеров. Здесь штрафной удар. Попали по ноге Берникову. Амаджанян и Ибрагим Абдурахманов сейчас договорятся до карточек. Кто будет бить? Пока штрафные не идут у Кристалла. Ну и вот, проиграв Пресне, Кристалл не справился. Затем задача пробиться в вышку через таковой турнир осталась в дивизионе. Пресня и вышел на СКА Европа. Низом Соколов подправляют здесь все. И последним это делает Ашотка Громанян. Но как следует у него это выполнить не удалось. И мяч мимо дальней штанги пролетел за лицевую линию. Кристалл в Кубке Севера уступил КДС на стадии 1-32 финала счетом 3-4, но в целом КДС это сильная команда, практически не зазорно. Но и проиграл в первом раунде Кубки Первой-Второй Лиги Бурану со счетом 2-4. Только тогда еще это был Александрит, насколько я понимаю. Ну а в стыках после поражения счетом 3-6 от Пресни была техническая победа над Меккой, которая снялась ко второму туру стыкового турнира. Ну а затем... В матче с МСК Европа Кристаллу нужна была виктория и крупная, а Кристалл сыграл ничего 3-3 с соперником. Движение, давай, движение, движение, побольше, побольше, движение, уходим. Очередные замены сейчас, наверное, обеих команд будут, но точно у Бинго Бум. Штрафной удар будет исполнять Вахтанг Казманов. Два человека в стенке. Радован Сриданович и Александр Лободин. Казманов может и пробить, может и подать. Попадает низом в стенку, а еще раз попадает в стенку. Сначала в Лободина, затем в Стридановича. Очередные споры. Сейчас,
потому что очередной штрафной ворота Бингобум назначен. Сриданович или Каграманян? Каграманян, похоже, будет бить на этот раз. И удар! Гол! Ашот Каграманян забивает. Я же говорил, что если Каграманян попадет, то мало не покажется. На 49-й минуте счет становится 2-2, равным, штрафной удар реализован. Ну и, наверное, в целом у нас игра более-менее равная. Еще момент у Кристалла. Который, я так понимаю, хотел сказать честное преимущество получил, но нет. Вот эта фраза «нас больше» это была сейчас, потому что в атаке бы преимущество было численное у Кристалла по ситуации. Нет, конечно, там никаких удалений не было, и Самир Магомедов не уходил с поля как удаленный, а просто его заменили. Опять идет подсказ, нас больше, создавайте, бейте большинство, это от Леонида Соколова, но я так понимаю, что это именно вот в атаке, что мало футболистов Бингобум возвращаются назад. А, да, Леонид Соколов действительно думал, что было удаление. Но его не было. Вот так вот и слушай потом футболистов, которые с поля так вот невольно подсказывают комментатору, вводят в заблуждение. Заброс на Шамсудинова, и нужно было Самойленко играть, не сыграл бы. Сыграл бы соперник. Гусейн. И быстрая атака Кристалла. И действительно можно говорить про большинство, потому что опять не возвращаются назад футболисты Бингобум. Ну и Александр Чешев один из самых легких голов в своей жизни забивает. Хотелось сказать, что спасает Амараска Палиев, Бингобум, но мяч взмыл в воздух и приземлился точно на голову Александру Чешеву, который с линии пустых ворот не промахнулся. 3-2, Кристалл впереди. Опять же, говорил я о том, что игра равная, но вот если у кого и было преимущество, то у Кристалла. С одной стороны, можно говорить, что Бингобум играл по счету, так как почти весь матч вел, а с другой стороны, посмотрите, какие провалы у ББ. В обороне не привыкли они во второй лиге к такому сопротивлению. Сейчас Кристалл не реализовывает атаку свою. Как бы это не аукнулось. Очередная замена у Бингобум. И сейчас будет желтая карточка Ибрагиму Абдурахману за натяжку времени, потому что, да, вот проигрывает Бингобум, нет, не будет карточки, или сейчас договорится Абдурахман. Категорически Бингобум недоволен работой Станислава Макешина, и чем хуже ситуация для команды, тем больше недовольны. Ну, согласитесь, смотря эту игру, будучи незаинтересованным зрителем, не возникает ощущения, что судья здесь как-то влияет на ее исход. Более того, еще надо посмотреть эпизод в начале игры, где было падение в штрафной Бингобум,
И звук там действительно был, но я еще раз говорю, я не видел сам эпизод, утверждать я не возьму, что был пенальти на Самойленко, но было очень похоже, что вполне и мог быть именно пенальти. Но здесь шанс у Бинго-Бум, Кристалл тоже увлекся атакой. Шамсудинов, Азманов, удар! Принимает Владислав Поляков на себя мяч. Азманов тут идет в борьбу на всех, расталкивает корпусом и зарабатывает угловой. Здорово сейчас сыграл 23-й номер. И очередные разговоры между Поляковым и Азмановым. Разница в том, что у Полякова есть желтая карточка, у Азманова нет. И кто сейчас получает желтую карточку? Если Поляков, то он должен поле покинуть. Там была карточка предъявлена, и, по-моему, Ибрагиму Абдурахманову все-таки, но он заслужил. Но если Бинго-Бум в том же ключе продолжит, то дисквалификации у этой команды будет ого-го. А Марасхап Алиев обязательно напишет потом в комментариях о том, как их провоцировали. Угловой сейчас будет исполнять Бинго-Бум. Гусейн подает хорошо. Азманов бьет, но мяч не ложится на ногу как надо и улетает выше ворот. Вот видите, много тратит эмоций фиолетово-красные на то, чтобы поспорить с арбитром. А сейчас надо было не дать разыграть низом Кристаллу. Кристалл умеет выходить низом очень хорошо. Посмотрите, какие комбинации роскошные у бело-голубых. Ну и, конечно, сейчас Александр Чешев прощает соперника. А может быть, прощает Дмитрий Берников, потому что надо было бить по воротам. Не знаю, но если Кристалл не будет свои шансы реализовывать, то потом это может аукнуться голом в ответ. Ставить крест на Бинго-Бум в таком матче, при таком счете, конечно, рано. Подсказывают синицы партнеры, что надо потянуть время. Ну а зачем именно тянуть, когда оставляет соперник свободной зоны? Вообще, конечно, вот переход, вот в чем разница, да, между вторым и первым дивизионом. Как только сменился уровень, сразу же при всех плюсах, которые были у Бинго-Бум и которые остались и никуда не делись, обнажились слабости этой команды, которые на фоне второго дивизиона были не видны. И вот некоторая нестройность рядов, вообще, которая южным командам присуща, особенно в концовках матча, особенно когда нужно отыгрываться, вот эта нестройность, она сейчас Бинго-Бум губит, по большому счету. Потому что она не позволяет и наступление настоящее начать. Ну а если Кристалл четвертый мяч забьет, то это все закончит. Здесь зафиксировал фол Макешин у Лободина и замена. Ну а Максим Горбачев сейчас будет тянуть заменами время практически в каждой паузе, можете не сомневаться. И он прав. Готов Ахмед Шамсудинов вернуться у Бинго-Бум, но пока Иван Чешев возвращается в игру. Тут Кристалл в 4 центральных защитника, по сути, действует, но это еще и потому, что Бинго-Бум в 3 форварда играет. Нурмагомедов против Орлова. Гусейн. Азманов. Пытался закинуть, но попал в голову Средановичу. Не свистит Макешин фолом. Мне показалось, что нарушение было, но здесь дал доиграть Станислав. Ну, а футболисты Кристалла вынесли мяч. Гусейн так и не вышел пока Шамсудинов. Азманов один в один Александр Иванович Чешева обыгрывает. Направо передача. Ибрагим Абдурахманов уже в атаке. Подача! Орлов затылком играет хладнокровно. 81-й номер. Ну, а здесь Азманов ошибается в ответной передаче на Забисова. И еще раз ошибается, хотя Иван Чешев вроде бы мяч отпустил. Ну и 4 в 2 выход Кристалла. Бежит назад вот Лагусейн, но успеет или нет? Александр Чешев пятка, но нет. Здесь не лучшим образом опять вылезли Кристалла, разыграли этот мяч. И интрига в матче жива.
А здесь блестящая передача Вахтанга Османова. Пропускает мяч Нурмагомедов, но подкат Владислава Полякова, одного из лучших игроков этого матча, останавливает Тимура Дзебисова. Но не останавливает атаку Бингабум. Дзебисов. Подача, удар! Сабир Магомедов выше ворот. Александр Чешев покидает поле, выходит Леонид Соколов. И уходит с поля кто-то из игроков Бингабум. Кто? Уходит Вахтанг Газманов. Ахмед Шамсудинов выходит в центр полузащиты. Вот так. Ну, в концовке Вахтанга Газманова разладилось. Соколов. Пытался заработать угловой, но не заработал. Вот ворота, еще шанс для Бингабум. Во втором тайме у нас водопоя не было, если я ничего не перепутал. Так что... Может быть, вообще ничего не будет добавлено. Хотя Станислав Макешин говорил о том, что добавленное время будет, как мне кажется. Гусейн один в один против Полякова. Не знаю, что сейчас пытался Фатула здесь показать. Продолжает наступление Бингабум, но Кристалл как-то очень спокойно обороняется. Разница в опыте, в деталях, в мелочах. Да, Бингабум должен будет этот опыт набрать. Первый дивизион достаточно быстро, тем более, что хорошими игроками команда обладает. Тем более, что вернется Абдурахман Магомед Абдулхаликов. Но пока Кристалл команда более фундаментальная, как мне видится. Но это не значит, что Кристалл сегодня выиграет. Пока еще шансы у соперника Кристалла есть. Шамсудинов цепляется, но здесь Иван Чешев хорош. И Станислав Макешин говорит о том, что добавлено 2 минуты. Но, в общем-то, они приобретают характер формальности, потому что на 9-й секунде добавленного времени Дмитрий Берников... Может быть, и не точку ставит, но до 2 мячей увеличивает преимущество Кристалла. Ну и теперь шансов Бингабум совсем мало. Ну вот это удар отчаяния от Фатулы Гусейна. Он же снова на подборе. Закидывает Дзебисову. Но здесь Берников, Орлов и Иван Чешев держат мяч в воздухе. Чешев ошибается. Бингабум накрывает, но уже Орлов накрывает удар Фатулы Гусейна. Ну, а смена и Гепардс, две интереснейших команды первой лиги, готовятся сыграть следом. Это будет крайне интересный матч. Вторая минута добавлена идет, вы это можете видеть на своих экранах. И что, неужели Иван Чешев зацепится? Здесь Товмасян в итоге от Чешева мяч покинет пределы поля. Но не покинет, потому что Чешев мяч догнал. Леонид Соколов переводит на другой край. Ну вот это просто показывает сейчас, насколько Кристалл опытен. Ну и видите, Станислав Макешин даже полминуты не дал командам доиграть, потому что уже все ясно. 4-2. Волевая победа Кристалла. И надо сказать, что она... Вполне закономерно, Кристалл оказался по итогу лучше, чем его соперник. И таким образом набирает 3 очка. Еще 3 очка. Итого их становится у команды 6. А у Бингабум по-прежнему 0. Но все шансы у ББ еще есть выступить удачно. Ну а виновником поражения... Фиолетово-красные, по-моему, считают арбитры. Ну что ж, будем на этом прощаться. Для вас работал Александр Седов. Развивайте спорт себе и себя в спорте. Всего доброго.